Ассаляму алейкум, добрый день. Сегодня в Крыму пятничный день был омрачен очередным визитом силовых структур в дом крымских татар. В частности, в городе Судак сотрудники Центра по противодействию с экстремизмом пришли в дом Эльвира Аметова, активиста крымско-татарского народа, ветерана национального движения. И якобы в рамках доследственной проверки по подозрению в совершении преступлений, предусмотренной частью статьей 280, 282 прим. 1, 282 прим. 2 и статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обыск начался в районе полудня. Не присутствовал адвокат. Сотрудники ЦП привезли с собой понятых. Вот, в результате обыска были изъяты музейные экспонаты. Как известно, Эльвира имеет частный музей на территории своего дома. И в ходе обследования были изъяты музейные экспонаты, в частности, оружие времен Второй мировой войны и более позднего срока изготовления. Кроме этого, изъяты были также некоторые документы. Вот, по результатам этой проверки, значит, самого Эльвира Га никто не задержал. После этого сотрудники вместе с сотрудниками службы по контролю за оборотом алкоголя приехали в его кафе в городе Судак, якобы с проверкой. Провели проверку, в результате которой изъяли несколько единиц товара. Вот, в дальнейшем для составления протокола об административном правонарушении в рамках якобы незаконного оборота алкоголя. Вот, в течение 3 дней будет составлен протокол и будет извещен Эльвира Га для рассмотрения данного протокола. Вот, собственно, непосредственно по данному событию сегодня. Вот, мы прибыли уже, к сожалению, в заключении, уже пришли непосредственно в кафе. Когда проводились оперативно-розыскные мероприятия в доме, мы не успели приехать. Вот, поэтому данное мероприятие было проведено без адвоката. Собственно, все.